Единственный спортивный социальный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, призван не только развивать футбольные навыки и социально адаптироваться, но и обрести детям-сиротам новый дом и семью. В матчах соревнований, которые проводятся уже 10-й год подряд, приняли участие более 20 тысяч ребят. Около сотни обрели родителей. Основная цель – это дать, почему турнир называется «Будущее зависит от тебя», чтобы детям дать шанс проявить себя. Несколько целей основных. Это первое, многие дети потом переходят в профессиональный спорт. И некоторые даже находят свои семьи. На юбилейный турнир в Сочи приехали 24 команды из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Международный статус проект получил в прошлом году, когда участие в соревнованиях приняла команда из Латвии. На этот раз к турниру присоединились футболисты из Китайской Народной Республики. По итогам первой встречи гости из Поднебесной обыграли ребят из Новосибирской области со счетом 2-0. Сегодня их соперниками стали юные футболисты из Майкопа, в ворота которых два мяча было заброшена еще в первом тайме. Самое главное для нас – это радоваться здесь, потому что вот футбол принести радость, здоровье и счастье ребятам. А результат – это вообще для нас не самое важное. Здесь ребята могут не только мяч погонять, но и принять участие в культурных программах. Для них организованы мастер-классы от тренеров Российского футбольного союза, встречи с актерами театра и кино и экскурсии по городу. Ну а победители турнира ждут кубки от организаторов и поездка в Лондон на базу футбольного клуба «Арсенал». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.